Это опять властитель. Что ж, полагаю, здесь мне приходится винить только себя. А, ну и само собой, Ахмеда. Этот плут обвел меня вокруг пальца. Он расширил объем нашей договоренности. Теперь нам обоим предстоит доказывать превосходство Суперфаст. В довершение всего, теперь мы соревнуемся с Ла Феррари, и Ахмед нанял профессионального пилота. Ситуация усложняется все больше и больше. Послушай, у меня против пилота Ахмеда ни единого шанса, поэтому тебе не только надо победить в этой гонке, но и сделать это без единого схода с трассы. Хочется надеяться, что если ты ему покажешь класс, то обо мне он позабудет. Ну, класс мы сейчас покажем. Однозначно. Соперников прилично. Так, Феррари. И добавляется Ла Феррари. Вперед. Тесторос уже не видно. Все идут на равных. Шнейдер на Ла Феррари, самый первый, едет. Так, вспоминаем трек такой вечерний, или это утро. Так, тут на отметке тормозим. И на выходе отпускаем. Так, перемещаемся под финиш. Лишний круг, не будем ехать. Досматривать. Завершаем. По нулям. Похоже, получилось. Ахмеда так захватила мысль о поражении, что он совершенно забыл обо мне. Но пилот Ахмеда показал отличный результат в автокроссе, и его тебе предстоит победить без входа в трассы. Сейчас забацаем победу на автокроссе. 37 секунд. По травке и мы завершаем за 3-4 секунды.
Ахмед утверждает, что это рекорд скорости, он имел в виду, а не автокросс. Победил, ложився в минуту 45 без хода с трассы, чтобы получить неплохой шанс. Ох и Ахмед. Выдумывает все на ходу. Так, задание рекорд скорости. Плюс еще за минуту 45. Понятно. Во Феррари. Ля Феррари. Понеслась. Дрифтуем. Так, это удлиненная трасса. Тормозим до выхода. Так, на всякий случай отключим автотормоз. А, все. 290. 303. Набрали. Довольно. Этот нанятый мной профессионал, очевидно, на самом деле какой-то таксист. Я должен сам всем заняться. Только кто-то вроде меня, осознающий изящество для Феррари, способен показать класс. Суперфаст не достоин своего места, и я это докажу. Завоюю победу. Чтобы одолеть меня, вам с Норрисом, с Нором, придется занять первую и вторую позицию, и при этом умудриться не столкнуть меня с трасса. С трека. Проследить, чтобы Ахмед финишировал последним. И его не сталкивать. А если он сам выйдет? Или таких вариантов не предусмотрено. Так, ночь, вечер, лунный. Так, прессуем Ахмеда. Дедушке дорогу не уступает. Да и наш дед перетормаживает в поворотах. Так, Ахмад, сильно не балерзей. Надо после поворотов его тормозить. Так, Норм проехал. Полдела сделал. Теперь не давать Ахмеду разогнаться.
Так. Любая же позиция. Вторая или первая. Пусть норм выигрывает. А мы Ахмеда придержим. Второе место. Свое дело мы сделали. Норм победил. По наградам 750 очков побед, 50 голды скоро можно забрать. Ладно, Ахмед, мы сыграли в твою игру, думаю, теперь можно сказать. Погодите-ка, куда он делся? Удрал прохвост. Спорить готов, очередное свое дурацкое создание готовит. Он так просто не остановится, да и мы тоже, верно, дружище? Попробую что-нибудь выяснить.